Демона в своей голове я называю Богом. Он царствует как хочет, я вовсе не против. Я сам привел его к власти, а тело сделал домом. И мне вообще уже плевать, кто там косо смотрит. Демона в своей голове я называю Богом. Он царствует как хочет, я вовсе не против. Сам привел его к власти, а тело сделал дома. И мне вообще уже плевать, кто там косо смотрит. Мой демон рушит мосты, стирает все границы. Вокруг меня горят костры, выжигают глазницы. Если хочешь умереть раньше, чем другие, добро пожаловать в души моей обители. Демона в своей голове я называю Богом. Он царствует как хочет, я вовсе не против. Ты бежишь, да? Что ж ты все время бежишь-то куда-то, Осипов? Домом, и мне вообще уже плевать, кто там косо смотрит. Демона в своей голове я называю Богом. Он царствует как хочет, я вовсе не против. Ну давай, толпани! Ну, вот он, я здесь. И мне вообще уже плевать, кто там косо смотрит. Знаешь, какая главная хитрость в приготовлении уфи? Правильно подобрать сорта рыбы, выкинуть все лишнее, чтобы осталось только самое вкусное. Вот бы так с людьми, а? Убрать из них все лишнее, чтобы осталось только самое хорошее.